В октябре прошла спартакиада среди сотрудников антикоррупционной службы. Более 50 участников из западных регионов продемонстрировали свои способности в нескольких видах игр. Отмечу, что спартакиада была приурочена ко Дню независимости и Дню борьбы с коррупцией. В спортивном состязании участвовали работники департаментов Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей. Правоохранители показали свои умения в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, перетягивание каната, настольный теннис и шахматы. По словам руководства регионального управления ведомства, в департаменте уделяется особое внимание популяризации спорта. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции всегда поддерживает здоровый образ жизни. В связи с этим регулярно проводятся различные соревнования среди сотрудников. Сегодняшнее спортивное мероприятие среди западных регионов на Кубок председателя антикоррупционной службы приурочено ко Дню независимости Республики Казахстан и Дню борьбы с коррупцией. Некоторые из сотрудников участвуют в нескольких видах спорта. Это, в свою очередь, свидетельствует о многогранности интересов наших специалистов. В отборочном этапе спартакиады приняли участие 10 работников из Западно-Казахстанской области. Все приехали тщательно подготовленными. По их словам, с каждым годом увеличивается количество видов спорта в состязаниях. Так как мы являемся представителями правоохранительных органов, нам необходимо быть подтянутыми в спорте и обладать отличным здоровьем. Для нас эти соревнования стали своего рода традиционными. С каждым годом участников спартакиады и видов игр становится все больше. Это означает, что уровень конкуренции намного выше. По итогам соревнований Западно-Казахстанская область заняла первое место по волейболу, Мангыстауская область по футболу, шахматам, настольному теннису и перетягиванию каната. Командам-победителям были вручены путевки на республиканские игры в Алматы. Эжен Сабитхасамат Каипов, Дидар.